У Беларусі стартавала акцыя «За бяспеку разам». Да 1 лістапада наглядальныя камісіі наведаюць з праверкай сацыяльна неабароненыя катэгорыі грамадзян. Яны будуць ацэньваць стан пажарнай, электрычнай і газавай бяспекі, а таксама санітарныя умовы. Да аднаго з першых рэйдаў далучылася наш корэспандэнт Вероніка Гамзюкова. Сегодня рейд начинается с дома по адресу проспект Космонавта 102. Супрацовники МНС, участковые, врачи и представники других служб по час рейду сделают акцент на умовах проживания социально необороненных категорий граждан у этой малосемейцы. Сегодня в ходе нашего рейда будет сделан акцент на многоквартирные жилые дома, в которых мы проверим места общего пользования, незадымляемые лестничные клетки. А также нам будет уделено пристальное внимание чердакам и подвалам, так как начинается отопительный сезон. А все знают, что это место ночлега лиц без определенного места жительства. У первой квартиры проживает одинокая женщина-инвалид. У ее серьезных проблем не зафиксовано. У квартиры чисто, газовая плита и электрические розетки справные. Женщина наполохана визитом, однако ее успокоивают. Мета комиссии не покарать, а допомогать. Тому женщине усталевывают пожарные оповещальники, рассказывают об том, как он работает. В случае, если, не дай бог, произойдет возгорание, он в любое время дня суток, ночью, особенно ночью, когда вы отдыхаете, чтобы вас разбудил. Значит, он подает звуковой сигнал, который разбудит. Не бойтесь, не переживайте. Значит, это пробный. Вот этот сигнал, который позволяет проснуться в любое время суток. Далее проверяют пожарную лестницу. Балконы захламлены сметтем, а дзверы помеж пролетами зачиненные на замок. Старшиня дома отзначает, что гэта робят жыхары, однако ему выносят попереджение. Усё повинно быть выправлено на протягу 3 дней. Инспекторы спускаются на поверх ниже и выявляют, что лесвичный проход заблокованы фанерой и рамой. Их прибирают у бок. Однако по меркованию инспекторов гэта часовое решение проблемы. Отправляемся далее проверять подвалы и гарышчы. Але проблем с гэтым помешканием не выявлено. Усе яны зачинены на замки, побочные особы туда не трапят. С нами сегодня отработаны дома по проспекту Космонавтов. Первый дом, который мы посещали, был дом «Малосемейка», в которой проживает большое количество граждан. И акцент был сделан на места общего пользования, незадымляемая лестничная клетка, где были выявлены замечания. Некоторые замечания были устранены в момент проведения рейда. Мы посетили более 5-6 домов высокоэтажных, и во всех домах подвалы и чердаки находятся под надежной защитой, хорошие замки, и лица без определенного места жительства туда проникнуть не смогут. Акция пройдет до 1 листопада. До населения доведут информацию об махчимостях державных организаций по оказанию послуг по забеспечению их безопасности. У период проведения акции каждый гражданин может звернуться у территориальный орган по надзвичайных ситуациях для проведения обследования супрацьпожарного стану своего жилья. Вероника Гамзюкова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».